мои хорошие, всем огромный привет! Сегодня я полночи, если честно, не спала. Я начала думать про новую газовую плиту. Вот думала, ну сейчас же мы уже и уголок вот новый купили, кухонный гарнитур, надо сказать. И здесь ремонт почти доделали. И тут думаю, блин, наверное, надо плиту-то тоже поменять. У нас эта плита, сверху вот сама плита, она нормально работает. Но духовка у этой плиты не работает, вот она у нас старенькая стоит, она не работает, мы сразу как заехали в эту квартиру, она не работала, там даже дверка отваливается. И мы все, такие блюда вот эти мучные, мы готовили, у нас еще есть электродуховка. И получается, что это стоит, еще электродуховка занимает место, а так можно по идее электродуховку на дачу увезти, там что-то готовить, в следующем году ездить на дачу что-то готовить, а эту просто плиту сменить. Но когда нам приезжали газовики, вот они у нас тут проверяли все как-то и говорили, что эта плита, она, по идее, она очень хорошая. Сейчас даже так не делают. Но вчера вот ночью вот загорелось желание такое, что надо купить газовую плиту. Я в интернете посмотрела рейтинг разных вот этих, которые самые лучшие газовые плиты, и посмотрела, что есть, в принципе, недорогие, там, 10, 12, 15, есть такие плиты, которые они очень хорошие, недорого стоят, но они все функции выполняют и такие прямо долго-долго работают. Вот, скорее всего, мы сейчас поедем в магазин, ну, не сейчас, а Юра, когда у меня с работы приедет, он, может, пораньше приедет, и мы поедем в магазин. Посмотрим плиту, и может быть мы купим, потом вызовем газовиков, чтобы нас отсоединили, эту отсоединили и новую присоединили. Но нам надо вот, чтобы по сантиметрам точно такая же была, не больше. У меня сегодня голова не мытая, мы очень вчера поздно легли спать, и я даже не успела в ванную сходить помыться, так что сегодня уж все тут доделаем и приведу себя в порядок. Вообще сейчас вот все сделаем, с ремонтом закончим, и я начну себя приводить в порядок, и ногти нужно привести в порядок, и педикюр сделать, и с волосами что-то сделать, и после ремонта начну приводить себя в порядок. Ребята, мы уже съездили в несколько магазинов. В один съездили специализированный магазин, где есть лицензия устанавливать газовые плиты. В общем, если что, там договорились, если у них покупать, то они завтра вечером могут поставить. Но дело в том, что у них вот за 15 тысяч, самая, например, недорогая плита, да, со стеклом я имею в виду, чтобы стеклянный этот, крышка была стеклянная, у них самая маленькая цена, это получается 14 тысяч, самая дешевая, и там нет ни гриля, ни вертела, нет. А в магазинах за такую цену можно купить и с грилем, и вертел там есть, и вот это вот стеклянное есть. И за 14, за 15 можно, в общем, такую навороченную взять. Эконом-класса, забыла, как называется. Дарина вроде, да, Дарина. Вот я про нее в интернете читала, то многие хвалят ее. В общем, мы сейчас поедем еще в другой магазин. Будем сейчас ездить только в специализированные магазины, потому что я позвонила в наше местное управление, вот, которое газовики, они только через неделю могут поставить, приехать. У них очень много заявок. Надо с магазинами договариваться. Поедем сейчас в другой магазин. Ребята, все, мы съездили только что в магазин и купили плиту, газовую плиту, Дарина называется. Во всех магазинах мы ходили, спрашивали специально про эту плиту, сказали, что сейчас они стали хорошо ее делать, нормальная плита. И у газовиков спросила она, там она говорит, да, это такая нормальная плита для эконом-класса, в общем, такая вот, ну как сказать, не совсем уж, конечно, уж там, не как индезит, например, да, но нормально, за такую цену нормально. Мы взяли, чтобы там гриль была и вертел, чтобы был. Сейчас нам ее должны привезти. Я дозвонилась газовикам, и они сейчас решают вопрос, когда они к нам приедут, чтобы переустановить все. Ну, естественно, и договор заключить, чтобы все было законно. Мы уже дома, оперативненько все так взяли, приехали домой. Вот стоит наша плита новая, старая. Вон у нас стоит, вы ее отодвинули. Сейчас нам надо найти, кто забирает старые плиты. Сейчас газетку пойдем покупать, будем звонить, чтобы ту забрали, эту поставим на место, и нам должны позвонить, сказать, когда придут устанавливать. Все, мы здесь постелили уже линолеум. Этот плинтус напольный потом купим, здесь все сделаем. Юр, только что немножко поменьше сначала обрезай. Все, мы уже перенесли нашу плиту на кухню. Старую отодвинули плиту, ждем, когда ее заберут. Но сейчас вот приедут,
газовики, я не знаю, когда они приедут, что-то все еще не звонят, может, завтра приедут. Нам надо будет холодильник сюда поставить. Ну, сейчас мы начнем мебель собирать. Сейчас уже время есть свободное. Юра поехал покупать шуруповерт. Шуруповерт. И вот приедет, и будем устанавливать. Низ начнем ставить. Ребята, к нам приезжала... К нам приезжали газовики, установили нашу плиту, все, она работает, показал, как пользоваться, все проверили, все нормально. И даже тут гаилку нашу тоже проверили, что она все в порядке. Мы начали собирать нашу мебель, кухонный гарнитур, вот это почти в собранном виде, еще вот это прикрутить надо сюда и дверку поставить. Следующий шкафчик, здесь две дверки будут вот такие вот. Она столько места занимает угловая, вообще сразу пол кухни исчезла. Ребята, мы сейчас проверяем, установили мы вот этот угловой наш стол, включили уже воду, подключили, сейчас проверяем. Лежит вроде нормально. Здесь пришлось вырезать отверстие, чтобы вот это все вошло, но нам так и говорили, что надо будет все. Юра, там все это сам, все сухо, нормально. Там вот такая раковина такая интересная. Заткнули, она там не выбегает. Можно заткнуть и тут налить водички и посуду помыть, да? Экономно. Я могу достать. Все. Какая у нас раковина интересная. Да. Подходи, тут не, грязно, подожди. А, да, может быть, вот этот кранчик такой. Ну, мама, можно я заключить? Да, ну, включай. Ты не досаливаешь? Могу. Ну, так открывай еще. Так, все, еще надо прикрутить. Да, мы еще осталось нам вот эту столешницу прикрутить. Все, закрывай. Вырезку будут доставать. Мы сейчас проверяли нашу газовую плиту. Духовку открыли, там проверяли. У нас там гриль есть. Вот он. Вертел этот классный такой. Давайте включу там свет. Ну, сразу, видите, крутится. Завтра за курицей по нем будем делать курочку-гриль. Рецепт надо посмотреть, как ее сделать лучше. Все, видите. У нас включается, ну, автоматом. Не надо спичку подносить. Дверки будем скоро устанавливать. Сегодня уже, наверное, спать будем ложиться. Нам еще вот эту надо передвинуть. И вот тут у нас с холодильником получается газовая плита. И по-другому уже никак не установить. Либо... Вот это менять с этим местом. Местами менять. Вот тоже думаем, что бы сделать. Либо мы как-то спрашивали у газовиков, можно ли с холодильником. Они говорят, да, ну что-то нужно вот между ними поставить. Вот тоже, может быть, пойдем в магазин и купим что-нибудь такое вот. Чтобы не нагревался холодильник от этой. Завтра еще вот этот обязательно... Фартук куплю и здесь приклеим его. Все, устали сильно, так что сегодня будем ложиться спать. Завтра будем доделывать наши шкафы. Мы только низ будем, еще вот этот шкафчик будет угловой. Низ сделаем, весь соберем, а верх уже не будем собирать, потому что сказали, что сначала надо потолок, а потом уже верх делать. Ну, в общем, всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Скоро увидимся. Дикси пришла, да? Ты бы знала, как мы устали сегодня, особенно Юра. Все ничего не крепится толком, ничего не делается. Такая мебель, все отпиливать приходится. Ну, там пришлось отпиливать, потому что они входят. Ну, там так и говорили, что придется стол, столешницу отпиливать. Слишком она большая. Дикси пошла. Ты там водичку пошла искать? Дикси пошла под раковину. Сейчас, наверное, там... Будет делать свои дела. Дикси, это не туалет. Нет, она знает. А, ты кушать свою кормушку потеряла? Сейчас я тебе ее достану. Давай, моя хорошая, вот. Вот твоя кормушка. Сейчас я тебе положу кушать. Аккуратно, аккуратно.